Рус, какого? 91. Ну да. Я вижу. Ну так еще не поднимались. Да всегда поднимают. Ну, ну я имею в виду так высоко. А, просто это что поднимают. Давно не поднимал, давно. Вот так. Так, а можно я вместо Мариночки переставить туда? Отлично. Сейчас сегодня. Сейчас. Еще не доработаемся. Еще один у нас не выступал. О, красота. Так? Подожди. Готовы? Да. Готов? Нет? Нет, он еще не готов. Нет? Не понял. У меня картинка. Потому что я в кадре. Да. Естественно. Готов. Работаем. Меня зовут Эльдар Кирей, муниципальный координатор общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи движения Перов в городе Курорте Пятигорск. Сегодня мы посвящали наших активных участников движения Перов будут первыми. Это такая церемониальная процедура, когда мы вручаем заветы и значки нашим первым. И официально уже посвящаем их движению первым. Чем сейчас занимается движение первых? Занимается по 12 направлениям основным, которые регулируются уставом движения первых. Участники движения насчитываются около 1000 человек в городе Пятигорске. Это верифицированных пользователей, уже официальных участников движения первых. Мы занимаемся патриотическим направлением, мы занимаемся направлением спорта, здорового образа жизни, добровольческой деятельностью. Ну и, конечно же, мы сейчас направляем все свои мероприятия в рамках года семьи, который был объявлен нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Да, наш активный участник программы проектов «Движение первых», председатель Пятигорского городского школьного совета Максим Ульянов, ученик 22-й школы, встретился с Владимиром Владимировичем Путиным, проводил ему экскурсию по павильону Сбера и в конечном итоге спел с ним гимн Российской Федерации на одной сцене. Мы очень гордимся этим ребенком и надеемся, что именно он станет настоящим примером для нашего будущего поколения. Как я уже сказал, мы будем направлять все мероприятия в рамках года семьи. У нас сейчас будет проходить проект «Вызов первых», у нас будет проходить родительская академия «Родные и любимые». Вот, мы будем, значит, направлять сейчас больше упор на год семьи. Вот, также у нас будет проходить мероприятие с квадрокоптерами, да, мы собираем команду, пилот, участники, которые будут соревноваться именно по управлению квадрокоптерами. Подождите, минуточку. Да, мы входим. Вот это с Мариной поговорить о чем-нибудь. Я готов с вами. Сессия. Александр Пересдача. Вот, не один рекал. Ну вот. Это как? Расскажите, как так получилось? Так получилось, работы много. Времени на учебу, к сожалению, не хватает. Третье образование уже мое. Поэтому стараемся. Колледж. Так, друзья, все, спасибо всем большое, до свидания, все хорошо. Все, до свидания, супер.